Есть одна вещь, которая, на мой взгляд, является самой главной. Это атмосфера. Можно снимать кино очень серьезное, очень болезненное, очень жестокое, правдивое. Но если в этом произведении не будет вашей любви и сострадания к тем, о ком вы говорите, по словам этого старца, это будет ложь. Поэтому я хотел бы, чтобы все вы, снимая кино, во главу угла ставили любовь, а все остальное к ней приложится. Потому что любовь – это истина. Не буду отрывать ваше внимание, ваше время тратить, и передаю слово Федору Сергеевичу. Здравствуйте. Есть решающий фактор. Тебя торкает или нет? Вот сегодня были вопросы, могут ли студенты и есть ли перспективы у студентов попасть на съемочные площадки и так далее. Есть, и он для этого и существует. Тем более Петербург однозначно все-таки является второй кинематографической столицей мира. Представляю вам Александра Ефимовича Роднянского и даю ему слово. Добрый день. Мне правда очень приятно, что вас так много в зале. Я очень хочу быть вам полезен сегодня. Опыт выпускников вашего института, я видел несколько, которые встраивались в творческие коллективы, а сейчас уже там продюсируют. А вначале работали у нас на больших фильмах там администраторами в таких как бы организационных процессах. Сейчас работают вовсю, я вам могу сказать, очень хорошие. И в Москве, и в Питере. Я бы призвал относиться к... И это важный момент жизни. Относиться к университетскому образованию как главному такому решающему моменту биографии. Я абсолютно убежден в том, что в университете есть все для того, чтобы начать свою биографию. Но это, так сказать, главный фактор, это собственный. Посему я желаю вот такой внутренней ответственности. Так, ребята, внимание, чудо состоялось. Значит... Я рад приветствовать уникальнейшего человека, нашего питерца, и прочее. На самом деле, каждый новый набор ваш, если он, они, в общем, все удачные. Потому что вы приходите с самым поразительным и важным качеством, это знанием жизни. Я понял, что ребят хорошие, что они способны к такого рода диалогу. И это очень важно и очень ценно. У вас замечательные педагоги, замечательные. Я их знаю давно уже, как превосходных режиссеров, как первоклассных операторов. Первоклассные. Пользуйтесь этой исключительной вообще возможностью заниматься с превосходными людьми. С настоящими людьми, настоящими профессионалами. Есть вещи, которые оператору-документалисту, я сейчас скажу немножко, никакой режиссер этого не придумает. Это когда внутрь кадра укладывается некая тайна. Золотого орла, конечно, можно получить. У меня два, или Нику, три у меня. Или ты выигрываешь Эмми Авард, это важно. Поэтому фестиваль на ваш фестиваль, это то же самое. Ты выходишь из мастерской, и ты соревнуешься с другими мастерскими. Ваша статуэтка впереди, да.